Это Талмуд. Талмуд нам сказал. Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимого каким-нибудь отвратительным недугом? Чем он виноват тебе, если его болезнь тебе противна? Точно так же относись и к нравственным недугам. Ну вот человек лежит, допустим, больной, всегда воняет. Это признак тяжелой болезни. Как врачи определяют, болезнь тяжелая? От тела начинает плохо пахнуть. Первый признак тяжелой болезни – плохой запах. Вот мне человек не жалуется, близкий человек, запах пошел, плохой пошел от него, значит, у него есть тяжелое заболевание, надо обследовать. Первый признак. Ну чем он виноват, скажите? Вот у него тяжелый недуг, от него воняет. Вот чем он виноват? Ничем не виноват. Точно так же может вонять от разума человека. Потому что есть болезни тела, болезни ума, болезни разума. Но человек, который выпивает, он болен разумом. Человек, который потребляет наркотики, болен разумом. Человек, которого понесло на сторону, это болезнь разума. Смотрите, у него сразу отшибает любовь к детям. Он любил детей. Дети-то тут при чем вообще? Вот представляете, интересно. Человек жил в семье. Но вот это вот... Это называется в ведах привидение. Привидение влюбленности называется. Привидение, понимаете? Оно крадет разум человека. Человек мечтает о влюбленности. Он не знает, что такое любовь вообще. Он даже никогда не интересовался, что это такое. Он не понимает, что любовь — это когда ты служишь близкому человеку, и начинается душа его открываться. Он думает: «Господи, какой человек рядом со мной живет, возвышенный». В сердце своем начинаешь чувствовать его чистоту, возвышенность. Это называется любовь. А влюбленность — это когда ты балдеешь, наслаждаешься каким-то человеком. Один молодой человек мне сказал: «Неправда, Олег Геннадьевич, у меня к моей девушке любовь». Я говорю: «Хорошо, если у тебя любовь, почему тогда это любовь к молодой девушке, а не к бабушке? Почему ты бабушку не полюбил?» Не понял такой слова. Ну вот ты девушку молодую, красивую полюбил, от которой исходит энергия наслаждения, материального наслаждения. Почему ты бабушку не полюбил, от которой исходит энергия страдания материального? Почему ты девушку молодую полюбил? Тю-тю. Никак не смог ответить мне на этот вопрос. Итак, видите... Это энергия влюбленность, это привидение, которое крадет разум. Человек забывает, что он любил детей. Ладно, там жену забывает, что любил. Он про детей, про своих забывает. Которые для него были самым главным в жизни, он все, они ему же не в них самое главное. Представляете, какая сила? Это болезнь разума. Единственный способ вылечить эту болезнь разума – это... с помощью духовной силы победить. Вот смотрите, более сладкий вкус побеждает менее сладкий. Так устроено в этом мире. Если где-то есть мед, сахар уже не чувствуется. Мед обладает большей силой сладости. Так и святость обладает большей силой сладости, чем женская природа. Я когда молюсь своему наставнику, если какая-то девушка, допустим, мимо очень красивая проходит, очень красивая. Любая красивая девушка, она вызывает эту эффект такой присутствия. Сознание так перетягивается. Всегда так бывает. Когда молюсь своему наставнику, я смотрю, проходит красивая девушка мимо. Никакого эффекта присутствия. Там оттуда такая сила идет красоты, чистоты, что земная красота, вот эта женская, блекнет по сравнению с этой силой. Блекнет просто, не может даже рядом стоять. И больше того, я начинаю эту девушку воспринимать как просто человека, который хочет понять, что он душа. Просто по-другому воспринимается совсем человек. Слетают все телесные отождествления.
Точно так же, если вы реально сможете настроиться на святость своего наставника, вы сможете победить в его сердце эту иллюзию. Точно так же, как в своем сердце человек иллюзию побеждает, так же он может побеждать иллюзию в сердце родственника, потому что сердца связаны нитями, которые Господь связал. Некоторые люди говорят, он уже со мной не связан, он ушел. Человек не может сам развязаться. Людей связывает Господь вместе. И поэтому связь остается, просто она уже не чувствует, человек отшибленный. Он находится под влиянием чары, магии. Женская красота — это магия, дана природой, данная природой женщине для того, чтобы она могла создать семью, зачать детей и так далее. Эта природа наградила женщину красотой. В этом возрасте, когда она именно это может сделать. Магия такая, чары. И духовная сила сразу, нет чар. И он сразу раз, ты куда, от детей, от жены, от детей. И возвращается домой. Тянет его сразу, тянет домой, начинает тянуть. У кого так получилось, поднимите руку. Кто смог близкого человека молитвой своей вернуть назад? Есть такие люди здесь? Вот несколько человек поднимают руки. Они знают, о чем я говорю. Но скажешь ты, он же, у него же есть разум, с помощью которого он может сознавать свои пороки. Это верно. Следовательно, и ты обладаешь разумом и можешь разумным обхождением привести близкого человека к осознанию своих недостатков. Так прояви же свой разум, сумей пробудить в человеке совесть и исцели его слепоту без гнева, нетерпения и надменности. Это и есть путь, которым человека побеждает, человек побуждает свою судьбу. Только любовь. Вот Винод Агравал, у него есть песня такая. Шьямли, камли, шьямли. Постоянно, то есть поет. Только через любовь, только через любовь. Только через любовь Богу возможно победить судьбу. Нет другого пути, нет другого пути. Итак, первый шаг. Человек начинает думать о святом человеке. Мой муж пьяница. Я его не люблю. Я чувствую, от него тошнит. Я благостная, он не по лекциям живет, гад. Итак, вот это то, что сейчас в реальной жизни. Даже спать не могу реально. Противно. Молитва пошла. Человек пропитывается святостью. Первое, что происходит. Прощение. Прощение означает осознание. Человек болен. Просто болен. Почему можем просто так осознать, что человек болен? Потому что его разум больной влияет на мой. И я не могу рядом с ним находиться, мне плохо становится, тоже противно становится. Нет силы, чтобы рядом с этим находиться, нет силы. Человек начинает молитву, сила появляется, он смотрит, влияния нет. А есть несчастный человек, который запутался в жизни. И дальше, когда осознание пришло, что он просто болеет, наступает добрая речь, следующий этап доброй речи. Уже к этому человеку с любовью начинаешь обращаться. Добрая речь — это что за сила такая? Она пробуждает совесть сразу. Когда ты с добротой с человеком говоришь, у него совесть просыпается сразу. Она все больше постепенно. Чем больше добрая речь, тем больше человек начинает трезветь. С любовью общение отрезвляет всегда. Движемся вперед. Больше молитвы, больше чистоты в квартире, больше икон в квартире, больше духовной музыки, больше освященной пищи, больше возвышенного общения, меньше выяснения отношений с пьяным, меньше его воспитывать, меньше третировать, меньше злиться, меньше обижаться, меньше мучить, больше духовного общения, больше любви, больше дней доброй беседы, совесть просыпается сильнее.
И дальше что происходит? Он начинает говорить, я не могу бросить пить. То есть он отрезвел уже. И это первая победа, первый шаг к победе. Я не могу бросить пить, продолжает пить. Ничего страшного, это уже нормально, уже все пошло в выздоровление. Потом дальше он начинает прислушиваться к лекциям, потому что он хочет бросить, а он знает, откуда сила идет. Сила идет от святости, он начинает к лекциям прислушиваться. Потянуло. Пищу освященную. Вот если человеку, который хочет пить, поставить ему освященную пищу и оскверненную пищу, какую он будет есть? Оскверненную, он освященную отодвинет, ему он страшно ее есть. Страшно есть освященную пищу. Она разрушает его несчастную жизнь. А он не хочет ей жить, этой жизнью несчастной. Но когда он потянулся к чистоте, он уже не хочет жить, а есть оскверненную, чистую пищу хочет. Но ему чистоты не хватает. Лекции начинает, духовную музыку слушать начинает. И что дальше происходит? Постепенно, потихонечку, его отрывает от духа, который захватил его сознание, веселящего духа. Веселящий дух не может уже так сильно на него влиять, потому что там, где есть Бог, там духи все разлетаются. Они не могут там жить. Вам нравится эта мелодия? Ведь она освобождает, да, такое спокойствие, появляется сила такая. Потому что молитва — это просьба о защите моей духовной жизни. Сегодня самый тяжелый день, самый дождливый, поэтому поставил эту музыку, чтобы мы победили. Завтра уже легче будет. Это секретная музыка. Я организую как-нибудь, чтобы вот эти вот автора, чтобы у вас была возможность скачать себе. Я всегда вам открываю что-нибудь новенькое. А? На диск-фестивале сбросим, да. Это Марк Аврелий сказал. Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда не болело бы. Нет таких богатств, которые не пропадали бы. Нет такой высокой власти, под которую бы не подкапывались. Все это всегда разрушается и разрушается. И человек, постоянно живущий для достижения этих целей, всегда будет беспокоиться, бояться, огорчаться, страдать. Как только человек начал думать о деньгах, сразу включилась конкуренция, потому что кто-то другой хочет забрать у него эти деньги. Начальник хочет себе денег, рабочий себе, и они постоянно соревнуются, у кого будет больше денег. Беспокойство постоянно, страх в сердце. Если человек постоянно думает о своем здоровье, только о здоровье, у него страх в сердце развивается. Здоровье нужно для того, чтобы заниматься духовной практикой. Человек должен желать здоровой жизни, но не надо постоянно думать только о здоровье, потому что эта мысль разрушает само здоровье. Человек, допустим, решил, что ему помогает голодание. Не Бог помогает, а голодание. А душа какую природу имеет? Анандам будхи варданам, все возрастающее счастье душа имеет природу. Это значит, голодать надо больше. Больше, чтобы быть здоровым. 5 дней. Ах, здоровее стал. Завтра 6 уже в следующий раз буду голодать. Потом 7. Потом 8. Потом адистрофел уже. И здоровье, наоборот, разрушилось. Наклонов 50, мало. 60, 70, 150, 200. Спину замкнуло. Все возрастающее. Закаляемся 5 минут, 10, 20 минут. Замерз. О деньгах думает точно так же, постоянное напряжение.
власть, человек попал, постоянно борьба за власть, невозможно остановиться. И так человек страдает и страдает, страдает, он не может остановиться, страдает и страдает. Это не свобода, это рабство, это порабощение. Apple. Я когда Стив Джобс оставил тело и начал медитировать, куда он пошел, я увидел, что его тонкое тело похоже на Apple. Вот реальное просто чудо. Я увидел, что его тонкое тело, оно вот такую нектарную природу имеет, как Apple. И оно пошло вниз. А там есть низшие райские планеты, где живые существа живут, которые что-то хорошее сделали для людей, но не духовное. И там нет Бога, там нет даже солнца, там все освещается искусственным образом. На этих, это описано в Шримад-Бхагаватам, эти планеты низшие райские. И там живут одни атеисты, технократическая цивилизация. И все пропитано вот этим вот искусственным сиянием, счастьем искусственным. Понимаете? Если человек с мыслями пятый айфон оставляет тело, попадает туда же, куда Стив Джобс пошел, на низший райский планет. И там вот эта технократическая ситуация, нет солнца, нет природы, нет счастья настоящего, все искусственное, все иллюзорное, иллюзорное счастье, все. Виртуальный мир. Понимаете? Страшно. Одна душа человеческая, без опасности всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу естественную твердыню? Почему мы занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашему сердцу? Мы все забываем, что есть ли совесть наша чиста, то никто не может нам повредить, и что только от нашего неразумения и желания обладать внешними пустяками приходят всякие ссоры и вражда в нашей жизни. Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что было в былое время ты пренебрегал мудростью, не жил, как живут мудрецы, и едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом. Если ты не прослывешь за мудреца, еще лучше. Будь доволен, если можешь теперь, сейчас же начать жить, как того требует совесть твоя. Прямо сейчас начни так жить. Олег Геннадьевич, не могу рано вставать, ничего страшного. Просто слушай лекции. Делай то, что можешь. Не могу не объедаться. Объедайся освященной пищей. Объедайся. Олег Геннадьевич, не могу. На лекции засыпаю. Спи, пожалуйста. На лекциях спи. Счастливым сном. Мне один человек написал. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое. У меня бессонница. Я под ваши лекции так хорошо засыпаю. Я ставлю на этом... Ролтер. На всю ночь ставлю лекцию. Когда я просыпаюсь, опять слышу лекцию, опять засыпаю. Спасибо вам большое. Второе письмо. Выключите ваше Аюрведа радио. Я не могу спать по ночам. Оно постоянно играет и играет. Из Риги написал один человек. Когда ты видишь, что человек заблуждается, это мы уже читали. Нельзя заботиться одновременно и о душе, и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, придется отказаться от своей души. Если хочешь уберечь душу, откажись
от постоянных мыслей и забот о своем развитии. Иначе ты будешь постоянно разрываться и не получишь ни того, ни другого. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен и расстроен, то вспомни, что тебе придется оставить тело. И тогда, что тебе раньше казалось важным, несчастьем, волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, о которой не стоит беспокоиться. И самое главное, самое удивительное заключается в том, что человек, который забыл о всех своих трудностях и начал думать о возвышенном, несомненно, получает все самое лучшее в своей жизни. Он получает самых лучших людей, самую лучшую пищу, самое лучшее место для жизни, самое лучшее общение, самое тесное общение, самый хороший фестиваль. Все самое лучшее получает такой человек. Он будет счастлив бесконечно в это время, бесконечно счастлив, когда он оставил все свои заботы и посвятил себя духовному. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Да? Каждый знает, что всякая привычка от упражнения усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться хорошим ходоком, надо часто много ходить. Чтобы бегуном, надо бегать. Чтобы выучиться хорошо читать, надо много читать. Наоборот, если перестаешь делать то, к чему привык, то сама привычка падает, пропадает. Если ты, например, пролежишь 10 дней, не вставая, а потом станешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги. Если ты хочешь привыкнуть к какому-то делу, то тебе нужно часто и много делать это. Если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь, то не делай этого. То же самое бывает с способностями нашей души. Когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно это зло, но что вместе с тем усиливается в тебе привычка сердиться. Ты подливаешь дров в огонь. Подкладываешь дров в огонь. Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай, что ты от этого успокоишься и больше об этом не будешь думать. Все наоборот. Ты подливаешь масло в огонь. Поддался плотскому соблазну, он тебе изнутри начнет сжечь. И ты уже не можешь от этого потом отказаться. Очень трудно. Всякий разумный человек скажет тебе, что наши душевные недуги, наши злые помыслы, желания так именно и усиливаются. А потому, если ты не хочешь приучить себя к гневу, то всячески сдерживай свой гнев, не давай привычке нарастать. Но каким приобретается путем такая сила в борьбе с своими помыслами, злыми помыслами? Внимательно слушайте. В борьбе с соблазнительным мыслям бывает полезно искать общество людей более добродетельных. Искать людей более добродетельных, в своем сердце искать таких людей, чем ты сам. Или вспомнить и читать поучения мудрых людей, живших прежде тебя. Истинный борец тот, кто борется со своими порочными помыслами. Борьба — это святая. Она приближает тебя к Богу. От успешности зависит свобода твоя. Зависит спокойствие и счастье твоей жизни. Пойми, всего есть два времени. Одно настоящее, в которое, уступив порочным помыслам, ты будешь наслаждаться похотью. И другое время, в которое, насытившись ею, ты будешь укорять себя и мучиться. Прими также в соображение то удовольствие, которое будешь испытывать, если воздержишься. Пойми, что и то, что трудно будет воздержаться, если однажды приступил меру. Но если ты будешь уступать своим порочным помыслам и уверять себя, что ты победишь завтра, а завтра скажешь то же самое, то этим самым доведешь себя до такой слабости и болезненности, что на будущее время перестанешь даже смотреть и перестанешь замечать свои ошибки. А если заметишь, то у тебя всегда найдется готовое оправдание для всех твоих порочных поступков.
Видите, здесь написано один только выход. Один выход. Это искать общение со святостью. Когда человек чувствует святость, у него все слетает. Ему уже неинтересно, потому что сладкий вкус, другой вкус, сладкий вкус. Вот кому здесь мясо захотелось? Не поднимайте руки. Когда ешь что-то священное, смотрите, она питательная, она счастлива, она приносит счастье, она приносит радость. Она очень вкусная, изысканная пища, приготовленная с любовью, без оскверняющих ингредиентов. Ведь так, ведь правда, ведь вкусно. Ну кто скажет, что невкусно? Кушаешь, еще хочется, и потом раз наелся вроде бы, и все рассосалось. Запора не возникло. Ветчина, она же не заходит просто так и не выходит просто так. А благостная пища, она легко заходит, легко выходит. Когда от наказания Божьего человек становится лучшим в своем поведении, то он должен радоваться. Радоваться постигшим его страдания, потому что они принесли ему великую пользу, и возносить за них благодарение Господу, как за всякое другое счастье, Талмуд. Если делают люди глупости, они делают зло самим себе. Тебе же они не могут сделать злые дела. Ты рожден не для того, чтобы творить зло и грешить вместе с людьми, но для того, чтобы помогать им в добрых делах и в этом находить свое счастье. Знай, что если кто-то несчастен в этом мире, то он сам в этом виноват. Потому что Бог всех создал только для того, чтобы мы победили свою судьбу и были счастливыми. Бог никого не создал для несчастья. Бог создал нас также вместе с нашими препятствиями до этого счастья. Препятствия побеждаются двумя способами. Первый способ – страданиями, второй способ – знанием. Знание приходит от святости. Поэтому думай, выбирай, куда тебя понесет. Ну, мои хорошие, я думаю, что я больше вас не буду мучить. Скоро уже следующие лекции. Может, пару вопросов каких-то? Если вопросов нет, значит, кормили хорошо. Хорошо, это 100%. Есть вопросы секретные, давайте. Секретный вопрос. Только не про геморрой, пожалуйста. Только не про геморрой. Так. Скажите, пожалуйста, кто такие ангелы? О, классный вопрос. Хороший вопрос. Видите, в каждой системе есть свои классификации. Вот, допустим, в христианстве это называется ангелы, а в ведической культуре называются гандхарвы. Ну, то есть везде описаны, во всех священных писаниях описаны высшие живые существа. Кто такие ангелы или гандхарвы? Они постоянно поют о Боге. Это возвышенные живые существа, живут в тонком теле. У них есть крылья. Рисуют правильно, с крылышками. Они прилетают к тем, кто очень возвышенно молится, живет чистой возвышенной мыслью и жизнью. И когда они прилетают, это признак того, что ты скоро тоже туда полетишь. Когда человек начинает чувствовать высшие живые существа, значит, уже Бог ему сказал, где ему следующее место. Когда человек чертей видит, значит, следующее место там. Понимаете? Потому что черти по-другому называются в ведической культуре, называются слуги Ямараджа, Ямадуты. Это такие живые существа, страшные.
Один человек начал заниматься духовной практикой интересным образом, рассказал свою историю. Он занимался в криминальном мире. И один раз он сидел в ресторане со своими дружками. И пришли, ну, противоположная группировка, взяли автоматики, вытащили. И он увидел, что за каждым из этих дружков стоит по вот этому ямадуту, по такие черти, как бы страшные живые существа. И показывают, опа, стрелять. Там, вот так. Тра-та-та-та-та. Готов человек. Следующего показывают, стрелять. И так это доля секунды у него растянулось все, медленная съемка пошла. И он увидел, как одного за другим расстреляли в долю секунды просто всех его друзей по приказу этих чертей. А потом они, все эти черти, подошли к нему и сказали, ты будешь следующим, но не сегодня. И он остался один в этом ресторане сидеть, кругом одни трупы. И потом он увидел такого паренька в красных одеждах, в простынях. И он ему показал Бхагавад-гиту. Тот начал читать Бхагавад-гиту, увидел там картинку, как вот эти вот черти, ямадуты вытаскивают душу из тела. Не пугайтесь, у вас еще ничего не происходит. И не произойдет. И он говорит, о, я их видел, узнал. И ему тогда этот возвышенный человек сказал, а ты хочешь больше никогда их не видеть? Он говорит, хочу, хочу, они мне обещали. Занимайся духовной практикой. Когда человек занимается духовной практикой, не могут коснуться этого человека. Слуги ада не может. Я ни разу не видел, чтобы люди занимались молитвой и попали на низшие планеты. Я такого никогда не видел. Человек искренне молится, бросает есть мясо. Это важно. Чтобы не попасть на низшие планеты, надо бросить есть мясо. Все, мясо сильно тянет вниз. Это проклятие кушать эту пищу. Проклятие. Когда человек не ест мясо, уже не попадает на низшие планеты. Молитва возвышает человека. Ангелы снятся тем, кто должен попасть наверх, пойти наверх. Начинать чувствовать высших живых существ. Они постоянно поют о Боге. Вот как этот человек. Очень чистым, возвышенным, далеким голосом, красивым они поют. И они тянут, человек тянется к ним. И в таком состоянии он оставляет тело и попадает на высшие планеты. А? Как они называются? Гандхарвы. Есть чираны такие тоже, высшие существа. Есть ситхи. Ситхи — это существа, которые дают знания людям. Чираны — они красоту возвышенную показывают. Чародеи. У нас же тоже есть. Бабка-ёжка — это женщина, которая занимается йогой, да? Бабка-ёжка. Ведьма — та, что знает веды, да? У нас же, когда... Ведическая культура же на Руси была. Ее свергли, и все это стало нарицательным. То есть медведь, тот, кто знает, где мед. Мед, медведь. Да, медвед. Вот. Все у нас тоже на русском языке, тоже все это есть. И вот эти слова часто такие, даже... пошлые, как бы, они из санскрита идут, с древних языков. Например, одно из видов слабительных в аюрведе называется срансана. Прям так называется. Видите, как бы, языки близки друг к другу. Ладно, все, не буду вас больше мучить глупостями. Все сели прямо. Сегодня будем желать всем счастья.
я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого. Я вам очень благодарен за все страдания, которые вы испытали здесь, на фестивале. За холод, за мокрую одежду, за всю вашу верность тому, что мы делаем. Спасибо вам большое. Да будет у вас все самое лучшее в вашей жизни. Спасибо.